Ребятки, всем привет! Вы на канале Большой Поиск. Сегодня заехал к друзьям, они ремонтируют Ниву, Шевроле. Меняют бампер, сейчас посмотрим, как у них дела. О, ребята, всем привет! Здорово! Не снимай, как я курю эту мамку. Ну что, как у вас успехи? Скажем, тут нормально. Же у меня давно было. А что, GoPro или что там, блядь? Сынк. Что, все что ли поменяли? Почти. Меняем, тут еще как докидая. Вот сейчас вы подкрылки сняли все. А, вот сам. Вот, ребят, вот такой вот бампер был у нас. Сложно что ли менять? Ну, есть геморрой. Давно вопрос. Короче, кому надо поменять бампер на Ниве, обращайтесь вот к этим ребятам. Берут недорого, делают качественно. Готовимся к путешествиям. Скоро поедем на коп, скоро весна. Уже сегодня первый день весны. Да, сегодня первый день весны. Я, кстати, у меня попалась одна сигарета без кнопки. Я нажимаю, блин. Нет кнопки. Вот новый усилитель ты забыл сказать. Да, усилок поставили новый. Ну ладненько. А, ты запенил? А ты намазал? Как же? Я вообще намазал машинным маслом. И вообще прям ровненько хлопнул. Новые подкрылочки. Я специально оставил. Да? Я думал, не открою. Одному, ребят, здесь делать нечего. Нужны помощники обязательно. Видите, тут клипсы. Чтобы все защелкнулось хорошенько. Нива будет как новенькая. Так, он теперь еще с другой стороны. Вон цепить. Стой, сторона, смотри. Лех, погонь. А что? Иди на ту сторону, потом подключу. Если у кого-то будут вопросы, как поменять бампер, пишите комментарии. Ребята у меня обязательно вам ответят, подскажут. Ну, чтобы время не тратить. Да, или напишут, вы, блядь. Ты не ругайся, у нас канал положительный, а то придется запикивать. Один раз запикивать. А то пи-пи-пи-пи-пи. Обязательно с помощником это делайте, ребят. Смотрите, что было, ребят. Вот такой был файный, весь перепаянный. Внутри, видите? Можно было, конечно, его оставить, но у нас Алексей за машиной всегда следит. Не любит, когда какие-то недочеты, недостатки. Поэтому, говорит, надо поменять. Подсобрал маленько деньжат и вот уже да, работа уже почти закончена. Я не успел на разбор, приехал, был занят, но хотя бы общий внешний вид, я думаю... Все получилось офигительно. Ребята, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Скоро будут новые видео. Всем удачи. Ребят, всем привет. На канале, конечно, очень мало видео. Ну, потому что вся движуха в Инстаграме. Мы, может быть, сейчас поедем на коп. И, может, запишем все это. Привет, ребят. Вся движуха в Инстаграме. На Ютубе видео немного, Никита уже сказал, все правильно. А единственное, он ошибся, он сказал, может быть, поедем на коп. Мы едем на коп, ребятки. Все отлично. Все заснимем, все покажем. Но и видос обязательно будет. Не знаю, когда будет он, но будет на канале. И плюс еще в Инстаграме по-любому все будет, ребятки. Все, счастливо, ребят, всем удачи.